максимально плотно. Удар он вниз и тут же посадили. Еще один удар. Урмалаша. Смотрите, болевой остается, то есть все время движения у вас болевой на локте. Колено. Дальше тая собака разворачивает. Болевой сохраняется. Сгибаю и болевой, вот он. Я даже могу Паше не наступать коленкой на лопатку. Масотра какая-то. Еще раз. На бис. Так, тоже смени Паша, что он смотрел. Можно так. Можно так. Видите, я сажусь, голова поднимается рефлекторно, и прямо под удар. Попробуйте, справа и слева. Вот он. Вот он, движение. Как переводим? Ручку забрали. И подвели под колено. И отпустили. Понятно? Бурные аплодисменты. Потом же потом будете уже делать с партнером, что хотите, а пока начните ходить. Раз. Два. Снизу. Еще проще, потому что локоть сразу остается. Теперь, если второй противник стоит рядом, стоит поле. Значит, разворачивайтесь. Приход. Раз. Движение должно быть совершенно свободным. Живой. Закон простой, куда идет, туда падает. Почти как в акробатике, да?